Всем привет, друзья, с вами Нильгорн, и это игра The Only Traitor. Мы продолжаем играть в DLS. И посмотрим же, что в этом мире. Не похоже, что тут выжившие могли остаться. Я сразу вижу люк, но он закрыт. Значит, мы с конца сюда будем как-то пробираться. Тут такое как будто чувство... Ого, ничего себе дерево. Вот сейчас я немножко в шоке был. Реально, что-то какое-то большое деревце. И, блин, как-то туннель открылся резко. Ну-ка, запомни, никто из лесорубов не должен выжить. Упустишь одного — никаких денег. Утром жду с отчетом. Лесорубы-то что сделали? Странно. Сдохни ты, господи. Так, у нас здесь вода, отлично. Ого. Какого черта тут происходит? Это пулевые ранения? Зачем людей-то убивать? Непонятно. Притом пулевые ранения, но из него как бы текла вот эта черная кровь. Там вот можно было видеть. Непонятно. 200 метров. Опять люк. И открыто. Открыто, но здесь... Но, в принципе, ладно, заварим. Отлично. Так, порох. Так, патроны, перезарядимся. О, да что ж такое-то? Чё-то я как-то уже отвлекся. Здесь, похоже, перерабатывали, да, дерево? Так, дальше. Здесь у нас это еда, по-моему. Да, еда. Спецодежда, одежда. Фу, ладно, как-то отбился. Аноним, это последнее предупреждение. Оставьте дерево в покое, аноним. Иначе пожалеете. Сколько уже можно? Я звоню в полицию. А, то есть это все убийство было из-за дерева, что ли? Серьезно? Странно. Серьезно, странно. Так, чувак, я вижу чувака. Эй, мужик, ты что тут забыл? Я... Это ты чем... Что там забыл за досками? Я свой топор ищу. Хочу вернуться в цех и разобраться с этими тварями. У меня есть предложение получше. Воу, инженерия. Посмотрите, он просто нереально инженерный. Нет, я оставлю музыканта, потому что он мне как-то больше симпатизирует. Воу, да что ж... Серьезно? И как мне теперь... Блин. Я в него не могу попасть. Ну ладно, давайте вот так вот добьем. Блин, столько патрон потерял, ну ладно. Будем как бы... Зараза, ну ладно. Взрывайся, ну! Взрывайся! Есть, отлично. Отлично, отлично, погнали дальше. Конечно, наверх можно, но давайте сначала сюда. Там, смотрите, он сразу ядовитый. Так. И бензин, в принципе, посмотрите, я уже все, что хотел. Я уже все добыл, ну-ка. Воу. Вы видели, как я сейчас элитно увернулся, да? Это что, стена какая-то? Похоже он, то есть, на какую-то стену или что-то типа такого. Так, здесь, я так понимаю, тоже деревья обрабатывали. Воу-воу-воу. Нормально, битые поработали хорошенечко так. Стрелка, главное, показана куда-то туда, но... Ладно. Так, оп. Вот так вот. Снизу, конечно, было бы полегче их брать, потому что... Тогда бы я по ногам как бы бил. И, ну, чувствовал себя бы намного безопаснее. Так. Давайте попытаемся. Ну, вот так вот, да. Отлично. Хорошо, хорошо. Шикарненько. Я бы даже так сказал. Вроде бы я ничего не пропустил, но... Что-то как-то эта карта... Ага.
И как мне, блин? То есть я здесь битый не могу бить? Странно. Я не знаю, как мне здесь поступить. Даже вот... Но придется так. Почему? Как иначе? Я не знаю. Вы видели, я бешеного забил. А вот это круто. Участники религиозных организаций Орден Пришествия захватили угольную шахту на западе страны, вследствие чего нам приходится менять планы на отопительный сезон. В этом году отопление будет производиться древесиной. Это накладывает на ваше предприятие большую ответственность. Ричард Декат, Министерство природных ресурсов. Ну понятно, боролись за дерево, только понимаете, лесорубов убили люди, да, то есть из-за дерева. Вот в чем прикол, как-то, ну, оно того стоило, что ли? Томас, у нас завал на складе, ты где? Я, наверное, уже не вернусь. Почему? Все эти угрозы, я не думаю, что их стоит игнорировать. Зря мы взяли за это дело. О боже, ты серьезно? Зеленые всегда к нам сцеплялись. Что с тобой? Цеплялись до того, что убили? Серьезно, ребят. Убили всех лесорубов? Ну, по-моему, это не стоило. Лесопилка Вито. Вито Скалетте, да? Прям как итальянская мафия. Но я вроде все нашел, и вот видите, карта не очень большая. До этого карты были прям очень большие, да. То есть я долго как-то по ним путешествовал. Здесь же как-то быстро получилось. Давайте посмотрим, что дальше. Так, во-первых, полечи меня, отлично. У тебя неплохая машина, ого. Пришлось 5 лет работать на заводе, чтобы ее купить. Ого. Слушай, не против, если я поведу в следующий раз? Против. Ха. Ты даже не задумался, потому что об этом и речи идти не может. Да брось, ты устал. Я уверен, ты был бы рад сейчас вздремнуть немного. Нет, спасибо. В убежище выспрюсь. Ну, что-то странно. Смотрите, вот это что за постройка такая огромная на заднем фоне. Прям впечатляет на самом деле. Погнали дальше. Надеюсь, хоть кто-то выжил. Но это целый город, кстати. Прям огромный. Воу, воу-воу-воу. Так, ну-ка. Давайте я сначала сюда попытаюсь. Кто-нибудь дома? Вижу. Ха. Отличненько. Так, нет, давайте сходим. Может быть, он... Нет, не может полазить. Видно, что здесь все разрушено. Прям вообще все разрушено. И такое чувство, что здесь кто-то лазил. Вот такое ощущение, честно говоря. Ну-ка, оп. Так, какие-то таблетки. Блин, ну серьезно, что ли? Ладно, обойдем с другой стороны. Ну потому что вот этот самый страшный. Этих я могу забить битые. А вот этого вот я, к сожалению, не могу. Вот, отлично. Этих вот так вот можно сделать. Вот так вот, отличненько. Ну-ка иди сюда, в углу стоишь. Лег быстро, отлично, погнали дальше. Телефонная будка. Так, это база что ли какая-то, да? Такое чувство, что это, ну что, мне напоминает это из вот основной части. Что значит вы отключили кристалл? Вы что, рехнулись? Это прямой приказ от дома. Он хочет его транспортировать на поезде. Куда? А с нами что будет? Весь город держится на нем, я знаю, но это приказ. Это вот, кстати, этот кристалл как раз-таки наш главный герой из основной части увез. Увез, и этот кристалл должен быть, был, если я не ошибаюсь, то он должен быть, был батарейкой, как для Титана, который его в какой-то из предыдущих серий там рассказывали о нем в Метрополисе, он разрушил все. Так, давайте взорвем бочечку вот так вот. Отлично. Так, отлично. Вообще шикарно просто все получилось. Остается вот этого. А, перезарядить. Есть, отлично. Вот здесь, по-моему, этот кристалл и работал, если я не ошибаюсь. Но, как видите, когда кристалл увезли, здесь благодаря ему было электричество, жизнь, тут люди жили. И вот, получается, город вымер, сразу же вымер, как только кристалл увезли. Но
Титан — это была единственная надежда людей, чтобы выжить, чтобы спастись. Ну, как видите, вот здесь, кстати, помнится, профессор какой-то был. Блин, вот это DLS было бы очень круто проходить, если ты бы, получается, как бы первый раз прошел основную часть. О, наверх, вы видели? Проходишь основную часть, и теперь, и потом DLS, когда проходишь, вот тогда, наверное, очень четко все помнишь. Ну ладно, погнали дальше, посмотрим. Тут труп, видно, что он... Непонятно, вот у него черная кровь или что? Так. Это мы куда это? Воу. Это что такое? Дорогой Адам, совсем недавно вы с моим сыном Армандом закончили школу. Впереди вас ждет великое будущее, поверь мне. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Другого случая мне уже не предвидится. Пройдет не один десяток лет, прежде чем это случится. Вернется человек по имени Артур Вейн. И я прошу тебя, сделай что угодно, но убери моего сына от него, иначе ход предстоящих событий будет уже не изменить. Вермонт Уайт. 64-й год со дня ПП. Первого пришествия, я так понимаю. Это что? Это значит, он как бы в будущее мог заглянуть, что ли? Трейтер. Хм. Слышу голоса. Трейтер? Ты должен был повредить кристалл. Это было частью уговора. Хм. Я думаю, они и так разберутся со стражем. Ну вот, про стража. Кристалл со стражем. Имеет ли значение, с кристаллами или без? Для них нет. Заметьте, заметьте, вот у этого персонажа красные глаза, у нашего красные глаза, а у него белые. Это... Тут... Не знаю, может, это не имеет никакого значения, но все-таки. Значение имеет то, что ты не прошел проверку. О, проверку. Что с убежищем? Ты оставил его открытым для моих людей. Забыл? Кажется. Прости, много работы. Жаль. Я думал, ты уже понял, чем все закончится. Этого не избежать, Адам. Вот и проверим. Арманд хотел с тобой поговорить. Арманд? Он здесь? Да. Пойдем, я открою дверь. Хм. Хм, очень удивительно, конечно. Адам, не думаю, что этот машинист надежный вариант, но есть шанс, что он успеет. Вот это как раз-таки идет речь о главном герое в основной части. Кузнец, в таких условиях шанса вполне достаточно. Адам, он явится сегодня. Не боишься? Адам, я слишком важен для них. Мне нечего бояться. Эй, подождите! С тобой я чуть позже поговорю. Какого черта? Куда они делись? Но вы видели, да, что тут происходило? То есть... здесь совершенно... Сейчас, секундочку. Здесь совершенно другая комната была. И в первой части тоже какая-то мистика происходила. Непонятная совершенно. Расписание приемов Адама Тортона. Алекс Медин отменить... Ричард Грин, любое время важно. Эдвард Джонс, машинист. Это вот как раз таки вот про машиниста речь идет. Опять я куда-то начинаю ехать, непонятно куда. И приезжаю. А, странно. Приезжаю на том же лифте, на котором поднялся. Но это, ну ладно, не будем уж придираться. Так оно, наверное, и должно было быть. А, вот такие вот дела, ребят. Довольно-таки, опять же, мистично. И вот этот чувак с ружьем и в шляпе, который... Он был тоже в первой части, и он, если я не ошибаюсь, если меня память не подводит, то он был даже в финале, как бы. Я не буду уж говорить, если вы не смотрели первую часть, как бы не проходили ее и как-то не переживали, то не хочу спойлерить, но все-таки. Бензин нашли и... Опа, а вот здесь вот интересно, как видите... Секреточка, что ли? Или что-то типа такого? Офигеть! Отлично, отлично! Так, а тут точно я ничего подобрать не могу? Так, вроде бы ничего. Так, или я в любом случае бы не пропустил эту комнату.
Оп-оп-оп. Отлично. Берсерк берсерком, но, скорее всего, он очень сильно бьет. Если ему не дать себя ударить, то, я думаю, и... Отлично. То все будет в порядке. Есть кто живой? Тут видно, что кровь какая-то. Ты серьезно? Отлично. Два удара хватило, что? Из пистолета в голову я, по-моему, 3 или 4 выстрела делаю, чтобы его убить. А в этот раз что-то как-то получилось намного быстрее. Ну-ка, сдохни-ка быстренько. Отлично, молодец. Патрон для пистолета, шикарно. Кресло. Сейчас кого-нибудь... Вот, нет, не здесь. Так. Так. Ну, давайте вот так вот. Конечно, можно было это сделать и без выстрела пистолета. Но ладно. Как же иначе? Так. Посмотрим что-нибудь здесь сейчас. Так, вроде здесь ничего нет. И здесь вроде бы тоже ничего нет. Тут мы сейчас пройдем. Это тоже, я помню это место, кстати. Я помню, здесь растения только были живыми. Воу. Вы видели, я куда-то сейчас выкинул. Ну ладно. Так, привет. О боже. Ты из поезда. Какого черта? Че? А как ты попал сюда? Приехал на машине. Слава богу. Я могу поехать с тобой? Медицина у него неплохо на самом деле. Но вот этот вот мне не понравилось, что он типа такой, знаете, ну давай я поведу, давай, ну чего тебе жалко что ли. Вот мне это не понравилось, поэтому я меняю человека, с которым поеду. Потому что, ну какой-то он подозрительный этот вот музыкантишка, честно говоря. Ну ладно, сейчас посмотрим, что этот нам расскажет. Можно отправляться. Самое главное, он меня полечит, патронов у меня хватает, в принципе, так что, я думаю, неплохо. Так, ну-ка, полечи-ка меня, ну и давай. Спасибо, что вытащил. Нельзя создать. Я за последние пару дней натерпелся уже. Так, а вот здесь вот патрончиков можно, отлично. Вот себя тут уютно. Куда поедем? В убежище, на запад. В горы? Это безопасно? Сейчас нигде не безопасно. А что с местным убежищем? Оно уже закрыто. Плохо. Ты знал что-нибудь о нем? Нет, я только прибыл в Ристаль. А ты не местный? Нет, я с севера. Приехал сегодня на поезде. На чем? Каком еще поезде? Они еще ходят? Один? Да. А вот это странно, потому что если я не ошибаюсь... Когда мы из этого города в основной части уезжали, то мы были последним поездом. Последним поездом на ветке. Но я могу ошибаться. Что-то здесь нечисто, ребят, вот серьезно. Блин, такие моменты так прям, ух. Как же здесь сюжет, конечно, так держит, да? То есть даже вот такие мелкие диалоги, которые, в принципе, не приводят ни к чему. Воу, чувак. Посмотрите, он весь ранен. Тачка, которая до этого была, она вся, видите, вот здесь вот трупы, видно, сбивали. Привет, а где соболезную? Воу, девушка с ним была. С ним была девушка. Да, конечно, мы, хотя я ни одной аптечки не приобрел, мы давайте сначала патроны на все купим, и потом купим аптечки. Чувак, мне жалко. Девушка с ним была. Позапрошлой серии вроде бы я общался с ней. Жесть, конечно, жесть. Ну ладно. Это жизнь, это выживание. Воу. Круто. Вышка какая-то, то есть она рабочая. Слушай, я тут подумал. Ты не мог бы оставить мне какое-нибудь оружие? Нет. Пистолет, например? Нет. Я умею с ним обращаться. У меня был свой, но его отобрали. Даже и речи быть не может. Но если тебя не будет и на машину нападут, посигнали, я вернусь. Но если ты не успеешь, может лучше тема закрыта. Ну может тебя прям тут высадить. Или у того дерева. Ладно, я понял. Странные какие-то все подозрительные. Чем дальше, как бы, тем подозрительнее. Вот что это за вышка? Там же свет горит, да? Кто это освещает? Там же, значит, люди есть. Почему он не поехал туда? Или мы сейчас вот как бы туда и едем? Блин, столько вопросов, на которые нет ответа. И ты такой, типа, что происходит? Что? Так, вот сразу видно стрелка. И здесь сразу видно, что туда вот можно. И, блин, ладно, давайте попытаемся здесь что-то сделать. Как-то зачистить. Так, оп-оп, воу. Вот это... Эй, есть кто живой?
Так, здесь лифт сломан. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Воу. Блин, и как же мне... А, ну вот, вот так вот, собственно говоря. Так, ну-ка, давай-ка. Отлично. Кстати, вот четко в голову попало два раза и нормально. Он умер. Вон там он наверху зомби. Тут что-то светится что-то. А, может быть, как раз-таки это и есть тот прожектор, который... Да, похоже. Тюрьма? Серьезно, тюрьма, что ли? То есть, и что тут? Трупы все уже превратились. Хм. То есть, это взрыв, что ли, был? Или что ли? Вот, он аж отгрызан. Видно, что... Оу. Ах ты ж, зараза. Он меня попал вроде, но... Но как-то я не умер, да? То есть выжил. Ладно, окей. Реально же отгрызано здание. Так, посмотрим. О, стена. Стена. А тут еще что? Там внизу вообще жесть какая-то. Камера пыток, что ли? Или что это? Номер 12. Пришел приказ прикрепить... Прекратить пытки, замуровать заключенного вместе со всем его барахлом. Эту камеру больше не использовать. По исполнению доложить мне лично. А, типа... О, реально замуровали чувака. Дорогой Адам, вы с кузнецом последнее, на кого я могу положиться. Завтра я буду мертв. Остальные члены совета решили от меня избавиться. Я знал, что этот момент настанет. Все, чего я хотел, лишь выиграть немного времени для всех нас. Закончить стража, закончить стену. Теперь со страной они могут делать все, что хотят. Прошу, не подведи меня, Вермонт В. Ух, это очень-очень-очень интересно. В первой части точно о нем упоминалось, но я не помню в как... Ну, как бы в основной части, но я не помню в каком контексте. Ну, контенте в каком, да? То есть, что он чем... Что он сделал? По-моему, я могу ошибаться, но... Ах ты, не сдох, что... Да что... Блин, он меня немножко пожал. Ну ладно. Вроде, если я не ошибаюсь, то он вроде бы создатель как раз-таки... Создатель как раз-таки этого... Создатель стража. Или создатель или идеи стража. Вот, ну не помню, ребят, серьезно не помню, поэтому и не буду пытаться вас вводить, так сказать, неправильную информацию вам выдавать. Вы видели, что вот до этого я которого убил, его даже не было... Видно на темном фоне. Так, это куда? Мы к башне к этой, похоже, двигаемся, да? Ну-ка, давайте заценим, что за башни, что это. Блин, они прям на улице. Так, окей. Так. Уверен, что стоит подвал на ключ запирать. Почему нет? Вдруг бунт, и нам нужны будут патроны. У меня ключ есть, я знаю, только ты на самом верху с ним сидишь. Хм. Давай, иди сюда. Хоп, отличненько, давайте. Заперто. Так, ну теперь можно выше. Блин, да тут прям какой-то... Ух ты, ну-ка интересно попробовать. Эх, не получится. Ей, ну куда ты бежишь-то? Вот там вот и надо было взрываться. Блин, вот мелкий. Давай. Так, окей, здесь какой-то серверное или что-то. То есть. Давай, иди сюда, иди сюда. Отлично, тут видите какие-то компьютеры. Какая-то техника или еще что-то. Опа. Данные удалены. Хм. Сигарета дымится. А кто? Кто здесь, значит? Звуки банки какой-то. Кто-то же здесь, значит, был? Эх, да я так и знал, что сейчас что-то будет, а? Вот гады. Так, ну что-то прям... Так, ладно, хоть из холодильника никто не вылез. А, ну вот теперь понятно зато, что за башня. Так.
Воу, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот это сейчас было круто. В том плане, что я не ожидал совершенно. И прошлого начальника давно нет. А прошлого начальника давно нет. На пенсию ушел. По-моему, он рехнулся просто. И его убрали. В смысле? Да в прямом. Бормотал что-то себе под нос, что за ним придет кто-то. Странно. Работа у него спокойная. Сидит, да бумажки разгребай. Вот и я говорю. Ну, понятно. Странный какой-то диалог. Так, ключ и... Черт, и как мне... Да как так-то? Три удара я по нему сделал. Нет, давайте аптечку выкушаем, потому что, ну, что-то как-то подозрительно, да? Так. Плюс у нас... Вот это вот... сигарета, это буквально-буквально, значит. Ну, как бы, да, то есть сигарета сколько тлеет там? Ну, минут 10 максимум, наверное, да, то есть... Так, одежда, патроны для пистолета, порох. Так, еще патроны для пистолета, хорошо. И все, что ли? Серьезно? Ну, немного патронов, я думал, побольше будет. Так, ну-ка. Да, блин. Хорош вы меня жрать-то. Так, погнали дальше, башенка. Это хорошо. Ну, имеется в виду, понятно хотя бы, что там светило. Вот что понятно. Мне кажется, ноги болят. Че, у тебя ноги-то болят? Чувак, хорош. Так, наверх я не могу. Так. Можно было, конечно, попытаться его запинать, но ладно. Скорее всего, я сейчас обойду. Полностью обойду карту, как бы. Воу. Здесь типа... Да... Ну, в такие моменты мне немножко обидно. В том плане, что ты, типа, всегда так делал, да, то есть... Но теперь вдруг они начали тебя ударять. Блин, тут звуков, конечно, намного больше, чем вообще за все это время, сколько я играл. Давай-ка взорвись, отлично. Воу-воу-воу, здесь, смотрите, какие-то рисунки. Чувствуется, долго чувак сидел здесь, да? И превратился в такого вот бешеного прям взрывчатого. Так... Смотрим, что дальше. Вот ты у нас вот таким вот образом. Ах ты. Умрешь. Так, тут что выше? Тут. Стоп, это. Есть, отлично. И поступили данные о сейсмической нестабильности на предстоящей неделе. Передайте персоналу, чтобы были внимательны. Старайся никому не посылать. А, старайся никого не посылать на вышку. Ричард Л. Какие-то подозрения у меня. Вот, ну, знаете, они прям накручивают, да, вот накручивают игру. Вот прям вот очень серьезно так ее держат. Так, я не могу направиться. То есть здесь странно. И похоже, разрушения вот эти были именно из-за... Сейчас, по-любому кто-нибудь... А я так и знал. Че ты в туалете это делал, а? Чувак, че ты там... Не сиделось нормально. Так бы и оставался там. Так, нашел я только еду. И вот. Ага. И куда я сейчас попаду? Черт. Ну, давайте сюда пройдемся, в эту сторону. Я немножко запутался, где что. Так. Здесь явно выше нельзя. Или можно, а нет, нельзя. Но здесь есть лючок. Бункер. Ну, похоже, да, на бункер какой-то. Вот это карта, а вот это уже большая карта. Так, ну-ка, давай, взрывайся, взрывайся, ну! Отлично, хорошо. Надо было сразу стрелять, но я, как всегда, такой думал некоторое время. Ах ты, зараза, укусил все-таки. Блин, реально бункер, смотрите, ракеты. Так... Конечно, ну, просто так ракеты... Просто так ракеты лежат, это, конечно, смешно, но... Ну ладно, это все-таки игра, ребят, тут... Вон танки или какая-то... Явно какая-то техника, посмотрите. Притом такая, ну, современная, типа, футуристичная. Так, есть вода, отлично. Так,
у нас здесь что, пусто? Вот это вот очень обидно сейчас было. И это что, ядерная ракета или что? Ого. Давайте посмотрим. Мне придется повторить свой прошлый ответ. Существует только один человек, чьи приказом мы подчиняемся. Этот человек Вермонт Уайт. Поэтому я вынужден в очередной раз оказаться в администрации президента. Отказать, и администрация президента ему лично в любых указаниях. Вы же понимаете, что это глупо. Вермонт Уайт пропал без вести десятилетия назад. Просто сдайте оружие, и мы обсудим все мирно. И Вермонт Уайт — это вот тот заключенный в тюрьме, кстати. Мне придется повторить свой прошлый ответ. Существует только один человек, чьи приказы мы подчиняемся. Ну, понятно. Подчиняется этот человек, Вермонт Уайт, поэтому я вынужден в очередной раз отказать вам. Блин, жесть, конечно. Поступили данные, что стража готовит к запуску. Подними весь состав, наша работа начинается. Так точно. Повторяю основную задачу. Четко отслеживайте местоположение стража и характер его действия. При первом же отклонении от указанного курса запускайте обезвреживающий снаряд. Так точно. Так, давайте наверх сходим. Я так понимаю, не запустили обезвреживающий снаряд. То есть все было в порядке. Ракета, вот как видите, целая, да, то есть она как бы... Фу, и... Хорош. И как мне пройти этот момент? Ну вот только так вот. Фу. Так, давайте-ка, знаете, мы вот так вот полечимся. Тоже проблема в чем, да, то есть... Ну, я отстрелялся, вот что самое главное, да, то есть я прорвался, окей. Так, угу. Так, ну здесь пушка какая-то, то есть это типа вышки или что-то типа такого, да, похоже. Ну, бункер реально, бункер мощный такой какой-то, да. Оп. Оп. Последние 5 патрон. Офигеть. Вот это я сейчас так хорошо расфигачу. Да, здесь можно было, ну, сейчас телевизор возьмем, наверное, он мне пригодится. Так. Есть патрон для пистолета. Там, вон, видите, ракетные такие установки стоят. Люди погибшие. Еще одна вышка. Ну и патроны для пистолета, хорошо. Но, конечно, потратил я намного больше. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Самое главное, мы сюда попали. Так. То есть я вообще в бункер пробрался через какой-то лючок, да? То есть, ну ладно. Не будем тоже придираться, конечно же. Так, привет, зомби или кто ты? Есть патроны, здесь тоже, как видите, пулемет. Блин, прикольно, на самом деле. Так. Отлично. То есть, таким образом я как бы базу прохожу насквозь. Ладно, вот здесь вот еще одна дверь, чтобы не пропустить. Блин, база прямо очень большая. Воу, воу, воу. Здравствуй. Как ты попал сюда? Через люк. Я еду в убежище на запад. Ты как? Засекречено. То есть у него великолепная инженерия, медицина, общительность. Так, давайте его возьмем. Вдруг он же типа, наверное, солдат, да. То есть, может быть, он, во-первых, что-то знает, это раз. Во-вторых, может быть, он, как сказать, нам пригодится и расскажет что-то более... Оп! Более интересное, чем... Есть бензин, кстати, нашли. То есть я прошу... Блин, карта огромная. Вот это вот огромная карта вообще. Невероятно. Так, и... Что? И как бы я поп... Ага. Так, а в эту сторону... А в эту сторону тупик.
А, ну, в принципе, тогда ладно, окей. Вроде бы я всю карту прошел. Офигеть, офигеть, карта очень большая. Ладно, можно отправляться. Конечно, можно отправляться. Столько времени потратили на такую огромную карту. Прям, ну нет, ну бункер, тюрьма. Ну вообще потрясающе, конечно. Ты меня полечи, пожалуйста, отлично. Спасибо, что взял с собой. Без проблем. Мне нужны попутчики. Так, патроны скрафтили, теперь можно. Ты как? Я не могу ничего рассказать вам, сэр. Да брось, ничего не, никто не узнает. Все твое начальство мертво. Итак, прости. Боюсь, вы меня неверно поняли, сэр. Наш отряд создан именно с подобным расчетом. Мы выполняем свой долг вне зависимости от ситуации. И как ты его теперь выполнишь? Разве ты не бежишь со мной из этого бункера? Я не бегу. Мое руководство погибло, я волен покинуть оборонительный бункер и действовать самостоятельно. На мою глобальную миссию это не влияет. Миссию? И ты мне ее не назовешь. Нет, сэр. Ну окей, да уж. Значит, это и есть полка Вермунда? Жаль. Я многое у тебя хотел узнать. Но там городок впереди. Думаю, остановлюсь, проверю, что там. Фу, ребят, ну да, я хотел... Было бы интересно, да, что вот как бы военный рассказал бы какие-то такие моменты, да, военные нюансы, что происходит, был запуск, не было запуска, с кем воевали, в итоге кто разгромил этот бункер, ну, много таких моментов, но на этом я буду заканчивать, ставьте лайк, если вам понравилось видео, и если вы хотите смотреть продолжение, то тем более ставьте. Всем всего, удачи и пока!